Demak do'stlar, hozir biz sahnaga 3-paramizni taklif qilamiz. Тогда Иван, можешь объявить третью пару? Да, конечно. Самандаров Джанибек, Узбекистан, Самарканд, 29 лет, встречаем! 29 ёшлик, Узбекистондан, Самарканддан. Самандаров Джанибек. Hamaga assalomu alaykum. Mani otim Samandarov Jonibek. O'zbekiston Samarqand shahridan bo'laman. Sankt-Peterburgda 10 yildan beri shu yerda. Yoshligimda trenovka qilganman, bir tashab qo'yganman, o'rtada hozir yana boshlaganman. Sapernikim yaxshi. Hurmatdan boshqa hech nima anaqasi yo'q, negativ yo'q. Chiroyli bo'y ko'rsatishga harakat qilamiz, nasib bo'lsa Xudo xohlasa. Uning raqibi O'zbekiston Xivadan yoshi 24 ta 61 kilogram Sobirov Shahzod. Sobirov Shahzod, O'zbekiston Xiva 24 года 61 kilogram. Встречаем. Assalomu alaykum. Ben Sobirov Shahzod, Xorazm viloyatidan, Xiva shahridan 1996 yılında tug'ilganman. Şu mart ayında Sankt-Peterburgga kelganman. İşlagan, hozir paytda ishlayapman. Şu Instagram sahifamda Rustam Ahmadovni Instagram sahifasında shirlan zangini ko'rib qoldim. Shunga qatnashishni qaror qildim. İnşallah şu MMA'ya yaş paytımdan kızıkamam, şu yaş paytımdan trenovka qilib kelaman. Hazır şerait doğru kemegene işle yapman hazır. İnşallah 61 kilo alman hazır. Çempion boruşa hareket kılaman, kolla kovatlap turinle inşallah. Sobirov Shahzod. Бойцы на середину. Пожали руки. Внимательно слушаем мои команды, правила не нарушаем. Головой и локтем вообще не работаем. Затылок, позвоночник, пах не бьем. За сетку, перчатки, шорты не хватаем. В голову в партере работаем только руками. Покажите красивый бой. По углам. Оман. Боец готов? Боец готов? Судьи, тренер. Первый раунд. Бой! Вот так, отличный лоу-кик с передней ноги. В исполнении... Ой-ой-ой-ой-ой, Сабиров начинает добивать. Вот и борец. Скорее всего, вот и борец. Да. Да. Он очень хороший. Вот сразу чувствуешь, что у него с борьбой все хорошо. Вот тут спину забрал, как говорится, back mount. Начинает подбираться. Собирается душить его. К счастью. Самандару Джанибеку их подняли в стойку. Ему надо быть аккуратнее с проходами.
потому что он в ударке явно лучше. Ой, опять перевел. Хороший был прямой удар, но Сабиров Шахзод его перевел опять в партер. Самандаров Джанбек. На удушающий вышел Сабиров Шахбоз. Самандаров Джанбек терпит. Их опять поднимают. К счастью, Самандаров Джанбек поднимает стойку. Так как, ой, еще раз перевод. Сабиров Шахбоз хорош в борьбе. Джанбек пытается болячку накинуть. Нет, Шахбоз удачно защитился и выходит опять в маунт. Джанбек опять стоит оттуда выглядеть. Молодец, свипнул хорошо, оказался в гарде. И теперь вот может наработать очки. Ой, Шабоз вышел на рычаг, выходит на рычаг локтя. Хорош, Джанбек. Вышел, затылок аккуратно. Хорошо. Джанбек хорош, адаптируется. Более-менее начал защищаться. Ой, опять перевод. Он прям, да, натыкается на перевод Сабирова Шахбоза. Вот так. Шахбоз начинает добивать его. Ground and pound. Джанбек пытается болевой накинуть на него. Извините меня. По-моему, он хочет сделать рычаг ему. Рычаг, да, есть захват, тянет. Стоп. Блин, как так? Болячку отдали. Там 30 секунд же не было. Или было? Да, правила такие, друзья. Когда выходит на рычаг, он... Ой, хорош. Очень хороший удар был. Этот самый Сабиров Шахзод устоял. Я смотрю, Шахзод очень сильно подустал. Подсказывает. Хорош. Шахзод понимает, что в стойке Джанбек очень опасен, поэтому при малейшей возможности он его переводит в спортель и пытается удерживать там. Для него же это выгоднее, конечно же. Джанбеку я бы посоветовал. Ой, хорош, но ногами так не размахивает, потому что он падает все время. Я посоветовал, чтобы колени встречал. Удача, хорош, Шахзод хорош, удушающим приемом побеждает гильотиной. Зырбой. Демак, достлар, удушающим приемом көк угылдагы бизде боецимиз Сабиров Шахзод галаба козонду. Табриклаймыз. Сабиров Шахзод удушающим приемом победа. Джанбек, эки ооз гапырсаңыз. Нима натуру бөлдү, нима үчүн юткузуп койдуңуз? Амаге салам алейкум. Айнды сал тренировканы пропустить кылбыз, бара тренировка кылыпты. Хай. Бүгүн муну күнү экен, бүгүн бой берсек эрте ютабыз Кудай кааласа. Саперимге оман. Надеюсь, реванш будет, брат. Энди көрөбүз, агар комментарияда жазышса, реванш деп. Обязательно реванш кылабыз. Энди соперниктен сурасак кийин. О соперникке эм отделде гапылар, биз хомилардан биринчи согулар кабыл кылыйлы. Demak, Sabirov Shahzod tabriklayman. Chiroyli g'alaba. Ikki og'iz gapirsangiz. Avvalambor, yagona Allohga bu pobedani Alloh berdi.
Elhamdülillah. Yakınlarım gel, dostlarım, hemen ülkelerim şurada. Siz gel Rüstem Eke, şunu çakın, vazmojid. Biz yakılıp bir turşuz, siz gel Emre Ahmet, fikette gel. Haroşi boy bol da şimdi. Hemen Allah'tan bırak. Şimdi rahmet kette. Ya bir şu kullan işte devam edin. Kuda olası. Moşni. Siz gel saperinlik topağımız. Ya bir o maçı versin. Demek dostlar, kuru yapsalara kanaka şiirler bizi şiirler cangide katlaşı yaptı.